Всем привет! Я снимаю свои цветочки. Хочу делать небольшой обзорчик огорода, что насеяла, что посадила. Нарциссы начали цвести. И вот эти синенькие цветочки, я не знаю, как они называются. У меня ночью плакали помидорки. Вот у нас начал дождь идти, капает. Вот такая вот погода, тучки такие. У меня вылазят вот хосты. Вот. И, значит, вот там вот прошлогодние лилии, которые мы посадили. И вот так у меня заросло все малиной. Вот теперь ее надо выкорчевывать. Гортензия. Цветет у меня смородина. Это черная смородина и два куста белой смородины. Вот так у меня принимаются мои растишки. Много вылезло лилий. Очень много. И здесь у меня грядочка с помидорками. Вот я не буду открывать, потому что сильно, ужасно сильный ветер. А где тут камера? Показать. В общем. В общем, вот там у меня растут. Ну ладно. Хорошо. В общем, вот так у меня растут помидорки. Здесь одна грядочка. Я не буду открывать. Слушай, они такие же помидоры, как в теплице. Вот. У меня вылезли пионы. Очень много лилий. Вот. Земляничка пошла. Флоксы два куста. В общем, ну, там курочки у меня 9 штук. Здесь грядка еще не готовая. А вот так я сажаю свою картошку. Я делаю вот так вот об траншею, сажаю сюда. А это земля, чтобы потом подсыпать ее. В общем, окучивать. Вот. Вчера я посадила здесь... Эти... Ничего, что дождь капает? Вчера я посадила огурчики. Огурчики все разные. Вот. И, в общем, пучковые я покупала огурчики. Вот. Ну, разные, в общем, по краям вот поставила. Скажи то, что у тебя. Да, мне, я не знаю, почему-то я выписала вот такие 3 пакетика Кузя F1. У меня один пакетик пустой был. Я вот вчера с сыном, ну, как сажала, сын рядом был. Я открываю пакетик, смотрю, а там пусто, там нет ничего. Я говорю, ой, ну надо же, вот, смотрите, что. Так вот, прислали пустой пакетик. Я выписывала эти семена. Вот здесь у меня редисочка на грядке, вот так дружненько зашла. Здесь у меня морковка. Накрыли вот так от кошек. Кошки замучили, лазают, ковыряют, вон следы даже их. Вот здесь мы пока еще ничего не посадили. Тут у меня чесночок. И вот такие вот грядки мы делаем. В общем, весь садовый мусор собираем, потом навоз и сверху земли. Но это только для огурцов, там для дынь можно, для тыквы. Вот такие вот грядки. Здесь тоже еще грядка не готовая. Здесь грядка одна готовая, но еще ничего не высажено здесь. Здесь у меня лук посажен. Это все грядочки с луком. Лук, как он уже вылазит. Вот. Как вот это называется? Забыла. Маленький. Не знаю. Да, это. В общем, не сеянец, а в общем луковички маленькие. Ой, господи. Так. Здесь у меня, значит, картошка. В общем, здесь 5 коробов картошки. Уже посадила я. Вот. И здесь, в этом коробе, у меня тыква. Я вчера посеяла тыкву. Вот. В общем, там папа у нас тоже чеснок сажает. И там еще грядочка, это, морковки. Вот здесь мы копаем для кукурузы. Я замочила кукурузу. Хочу, мы каждый год сажаем для себя покушать. Вот. И здесь у меня вот тепличка. Вот такие. Я их посадила, высадила позавчера. Вот такие у меня помидорки. Помидорки, я бы сказала,
неплохие, не вытянутые. Вот. Даже у меня еще такие маленькие. У меня в этом году рассада не очень хорошая. Вот перчики всего лишь вот такие вот маленькие, не подросли. Баклажанчики тоже вот такие маленькие. Я вот их пока на грядку не высаживаю. Немножко подрастут. Я их вынесла. Сейчас вот так они у меня дома росли. У меня окон так нету. Там кирпичи стоят. У нас же стена новая. И поэтому свет закрытый. Вот такая вот плохая рассада. Вот такие вот помидорчики у меня. Я пыталась тут посеять, в общем, арбузики, дыньки. Огурчики вот так вытянулись. Вот, не люблю рассады, в общем, сеять их, все равно вот посеяла, и вот они что, и вот пропадают, вот. Вот так вот. Это у меня вот табак совсем тоже плохо растет в этом году. И у меня вот этот георгин, который зимой рос, я его сейчас сюда в тепличку поставила, тоже вот так вытянулся. Вот, ну, в общем, вот такие вот мои. А это цветы я посеяла, потом буду высаживать. Вот такие вот мои огородные дела. У нас снова вышло солнышко. Вот. И у нас цветет слива. Вот такая вот красота. На твоем телефоне лучше снимать. И вишня будет цвести. Ну, качество лучше. Вишня в цвету. Вот у нас будет цвести груша. Вот цветочков не очень много, но есть. А это я. Хочу поздравить всех с праздником, наступившим, наступающими праздниками. Пожелать всего вам самого-самого хорошего. Вот, и, наверное, все. Пока-пока.